И снова всем здравствуйте. Тут у нас опять посылочка образовалась с Китая. Тигерну выписал. Это рюкзак. Вот так вроде. С виду все хорошо. Сейчас разберем. Мешок не нужен. Вот такой рюкзачок. Замок. Тут такой вот лайб. Здесь еще у него мешочки есть на спине, прям можно положить документы. Кармашек. И тут карман, и тут карман. Под ручки телефон можно затолкать, повербанк влезет. Прям легкие замочки. Здесь сбоку еще один карман. Вот сюда вообще планшет даже затолкать можно. Здесь бутылку поставить, резинка, бутылку поставила, резинка прижмет. Замки вообще легкие, прям четкие такие, для подзарядки. Я вроде такой не выписывал, я выписывал просто рюкзак, а пришел вот такой вот шнур мягкий. Ну, спасибо китайцу. Кармашки еще. И тут карман. Все. Прям хороший рюкзачок. Так, на вид. Что дальше будет? Вот такой вот у меня есть. Ошибка влезет. На раз, два. 15 дюймов с копейками там. Только так залетает. Все, выходи отсюда. Ну вот и все. А, тут еще вот. Подключай, пожалуйста. Ну, китайцы. Ля-ля, порадовали дедушку. А, еще вот, нашел. Еще замочек. Ну, я вроде тоже без замка выписывал. Но они хитромудрые. Я его выписал сейчас за 2700. Потом у него цена стала 3 с копейками. Я думаю, да пошли вы. Потом открываю на следующий день. Он уже 6 тысяч стоит. Я говорю, ну все, китайцы, до свидос. Через пару дней открывают, он 2100. И пришлось выписать за 2100. Быстренько оформил его за 2100. Еще вот такой рюкзачок подкатили. Подогнали дедушки. Все. Так, что там у нас следующее-то? Ну что, продолжим. Посылочки теребить. Сейчас покажу. Вот такие вот маленькие, удобненькие. Нам такие больше нравятся, чем большие, которые
есть вот такие вот. Ну, это лучше. Так, понятно, да? 100 штук. Здесь паяльничек. Все. Здесь паяльник. Мне вот жало мне понравилось. Маленькое, тоненькое. Оно еще и сменное. Это канитель. Подставка. Закрывашка. А это жало сменное. Проволока. Это для пайки. Следующее. Вот такой фургон. Она такая осенне-весенняя. 58 размер. Стоит что-то около 300 рублей с лишним. У нас такая кепка будет стоить не меньше 1000 рублей. Три Эпстейн. Вот такая кофта. Отсутствует лейбл. Где лейблы все? Что за бардак?